Нихао. Здравия, дорогие девушки. Позвольте представиться. Я Нихан Тухан по прозвищу Разящий Око. Я один из наставников, который будет помогать вам просветляться в этом чудесном месте. Вы готовы пойти на путь просветления? К сожалению, я вынужден отметить, что вы нарушили уставы священного храма боевых искусств Белый Лотос, и вы будете наказаны. Как? Это будет очень жесткое наказание, и только те, кто пройдет его и дойдет до конца, воистину постигнут просветление. Наказание будет следующее. Готовы? Вам нужно будет во рту принести с того источника 10 ложек воды. И тот, кто из вас быстрее наполнит стакан с водой, станет победителем. Победителя ждет особый приз. Условие не помогать руками. Вы готовы? Тогда к действию. Да поможет вам Всевышний. Намасте. Я увижу вас в финале.